Зачастую сотрудникам полиции приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями. Работа с преступниками – это серьезное испытание, которое под силу не каждому. В межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская служат 1150 человек. Каждый из них проходит плановые собеседования с применением полиграфа. Современная техника используется в управлении уже более 4 лет. За это время мы провели более 1000 исследований на полиграфе. Значит, проводим мы исследования и как с молодыми сотрудниками, которые изъявили желание поступить на службу, так и с действующими сотрудниками полиции по заданию руководства, если оно таково возникает. Каждое направление деятельности полицейских требует особых качеств, которые психологу нужно безошибочно определить. Оперативный сотрудник должен быть убедительным, следователь – рассудительным, постовой – быстрым и внимательным. Кроме того, психологи управления разрабатывают программы реабилитации сотрудников, формируют комфортную атмосферу в коллективе и помогают в развитии коммуникативных способностей. Сотрудник полиции в настоящее время должен быть стрессоустойчив, потому что он сталкивается с своей работе с экстремальными ситуациями, в которых он должен проявлять выдержку, уверенность в себе, проявлять свои интеллектуальные способности. Сегодня полиция уделяется особое внимание. За правоохранителями следят не только общественные и политические деятели, но и простые люди. Все понимают, что полиция – это сложная машина, состоящая из множества деталей. И среди важнейших элементов этой системы – профессиональные психологи. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».